на 6 утра. У нас сильная гроза. Смотрите, уже полчаса вот так вот молния за молнией. Каждую секунду. Это просто что-то ужасное. Такое никогда не видела. Каждую секунду молния, не переставая. Ужас. Люди кому на работу вот сейчас добираться? Кошмар просто. Ко всему этому там очень сейчас сильный ветер. Опять отбивает листочки. У меня цветы остались на улице. Рыба моя висит. Сохнет. Плавает, наверное, уже уплыла. Задний двор. Так. Муж говорит, это только начало. В смысле, про сезон. Даже дом вибрирует. От грома я чувствую, прям так пол под ногами. Вот кто-то, люди еще на машине даже едут. Бедненькие. Прям грозовой перевал какой-то. Фильм с таким названием, помню. Да, грозу на Украине я так любила. Башка мне всегда грома боялась, говорит, с детства. А мне так нравилось. О, думаю, бедненько, она мне не видела, какой бывает.